разживающимся оргию, имеющим ванную и теплый клозет. Как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрал у Петрова поручика? Если он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо набиваете северянина, вам ли, любящий бот да блюдо, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям подавать ананасную воду.